Наталья. Ирина. Я плакала. Душа сжималась внутри. Это очень приятно и очень трогательно. Долго, неделю. Ну, мы с остановками ехали, ну, где-то около недели мы добирались. Добрые люди, город хороший, спокойный, уютный. Наверное, по профессии, чтобы делать работу ту, которую мы любим. Радить поструці, радить тока й волик. А що це? Струка Наталія є завершений кухар, але пекарвіше. Ірина, вона тирговий сімейний. Білий мір гуляє, о чок-чок і чок-чок-чок, та музика крає, басу. Непонятно, как тяжело сейчас думать о том, что будет дальше, когда там идет война.